немногие. Для этого мало иметь красивые руки, гибкую талию, мало уметь слушать ритм. Нужно учиться и уметь чувствовать, воплощать дух танца. Танцевальное мастерство – это на 50% то, чему вы научились в танцевальном классе, но 50% – это то, какие чувства испытывают зрители, глядя на вас. А вот ребята, которые сейчас выйдут на эту сцену, всегда интересны своему зрителю. Танцующие под дождем. Прекрасен танец. Это волшебство в себе влечет стремительно и цепко. Движение, ритм и музыки родство, переплетаясь яркой подсветкой. Здесь красота рождает красоту. Какую? Ту, в которой нет покоя. И сердце вновь стремится в высоту, подвластно танцу, музыку и строю. Встречайте, танцующие под дождем! Yeah.